Привет, друзья! Сегодня мы находимся в городе Северодонецке на центральном рынке. Сегодня 17 мая 2018 года. Повторюсь, 17 мая 2018 года. И мы изучаем цены на центральном рынке города Северодонецка. Вот тут перед рыночком торгуют картошечкой 7 гривен. Идем дальше. Кстати, стоило бы читателей ознакомить с прессой. Здравствуйте. Сайт Зараз.Инфо. Расскажите, почем в начале газета? Вот местная коммерческая газета Северодонецкая. Проспект 5 гривен, проспект объявления 4 гривны. Еще есть местные газеты, которые... Которые именно Северодонецк печатают? Да. Еще есть Марья Ивановна. Есть программа, есть без. 2,75. Марья Ивановна 2,75 стоит. А кроссворды почем? Нет, какие? Ну, все не местные. Да, я понимаю, не местные. Почем? Да. Хотя бы... Вот. Вот конкретно этот 5,50. 5,50. А слонворд есть? Слонворд. Или вот большая книга сканвордов. Почем? 35. 35 гривен. Здесь у нас 225 страничек. Загадочек. Спасибо. Сайт Зараз.Инфо. Вот. Уже конец дня. Время сейчас. 13.26. Чеснок. 2,50 стоит лук. 3 гривны. А салатики почем, скажите? По 5 гривен такие салатики. А веник такой почем? 28.35. Спасибо. Это у нас цветочки, гладиолусы. Чтобы садить, цены какие? 5 гривен, такие 3 гривночка, и так 2 далее. Гривночки, 3. А зелень почем в Северодонецке? По 5. И укроп тоже так же? Как? Такой пучок. Вот. Нет, 5. Сколько такой? 4 петрушки. Петрушка. Петрушка 4. Спасибо. А редис почем у вас? 18. Редис 18. Хороший свежий редис. Только с грядки, да? Сайт Зараз.Инфо. Снимаем цены. Почем на центральном рынке города Северодонецка? 17 мая. Клубнички, вот этот стаканчик у вас 20 гривен, да? А на килограмм? 40. 40. Ясно. По 4. По 4 гривны такой лучок. Вот. В Северодонецке даже шишки продают зеленые, да? Почем баночка шишечек? 10. А для чего их покупают? Или для чего? Для варенья. Варенье. Для варенья. Какое вы варенье? В Грузии варят варенье. А вы варите варенье? Нет. Понятно. Бронки, бронки. Ясно. А сколько связочка такой рыбки? Такая рыбка 20 рублей. 20 гривен стоит. Напоминаю, сегодня курс гривны к доллару примерно 26 гривен за 1 доллар. А если быть точнее, в коридоре от 25,8 до 26,3 за 1 доллар. Здравствуйте, сайт Зараз.Инфо. Цены. Знакомим читателей с ценами. Что почем? Да. На Северодонецком рынке. Кабачки 25 гривен молодые. Клубничка почем? Килограмм? Клубничка килограмм 70. 70. Огурцы вот 33, такие 43. Картошка у нас по 7 гривен, прошлогодние по 5 есть гривен, и вот молодая 30 гривен. В Лисичанске, по-моему, да, по 20 гривен сегодня снимали, да. Картошка молодая по 20. Так. Не знаю, не у нас, снимали мы цены. Хорошо. Здравствуйте, вот магазин. Здравствуйте, сайт Зараз.Инфо, цены снимает. Почем на центральном рынке города Северодонецка? Копченые окорочка 73 гривны. Вот такие колбасы у нас по 92 гривны. Краковская. Еще какая-то колбаса. Непонятно. Вот сыры. 165 кома. Сыр костромской 139 гривен. Хлеб узнаем, подождите. Еще покажем, почем вареные колбасы. Не пугайтесь.
Вот, сардели 76 гривен, шпикачки 75 гривен, 50 копеек. А чьи это шпикачки? Харьковские? А какие? Завод там? Салтовские шпикачки 75 гривен килограмм. Так, кровяная вот колбаса 57 гривен. Ванильная булочка 3 гривен. Хлебец. Вот, сейчас покажем цены. Потом, какие цены. И скажите, хлеб сегодня успенский почем? Северодонецкий. 11 гривен? 11 гривен и 60 копеек. А Заречье почем хлеб? И Заречье 11,60. Вот такой вот хлеб, 11 гривен, 60 копеек. 750 грамм, да? Да. Спасибо. Сейчас покажем, какие это белый, цены. Это белый, белый. Цены на булочки. Какие у нас булочки? Вот плюшечка стоит 4,70. Кстати, мороженое сегодня у нас не было в охвате цен. Вот такое мороженое есть и по 4 гривны, и по 10. Можно разрешите, пожалуйста? Вот. Такие у нас цены. Сейчас пойдем поинтересуемся. Вот такие чищенные семечки. Сколько тут грамм семечка? Говорят, по идее 200 грамм, 12 гривен семечки стоит. Редиска 15. Понятно. Спасибо. Вот бананы 32 гривны. Помидоры. Опять веники. Почем опять веники стоят? А почем такие у вас коштуют? 38 гривен такой веничек. Говорит бабушка. Спасибо, хорошие веники. Спасибо. А почем зелень? По 3,50. Любая 3,50 такая зелень, да? И крупчика, вот такой кустик, и петрушечки. Вот такой кустик 3 гривны. Конец дня, цены падают, да? Спасибо. Цветы. Это что у нас, первые пионы, да? Да. И почем такие? 8 гривен такой пиончик. А молоко почем сегодня было? Молоко у меня 24. 2 литра, 24 гривен. Литр 12 гривен. Да. Спасибо. Очень вкусная, пожалуйста. Вот красивый, так сказать, сегмент рынка, цветы. Живые, разные. Почем цветочки? Не расскажет. Сайт Зараз.Инфо. Знакомим зрителей, читателей с ценами на центральном рынке города Северодонецка. Ну хотя бы ориентировочно, почем такие? Вот такая корзинка. От 8 гривен до 100. От 8 до 100 гривен горшочек. Ну понятно, что маленькие горшки такие подешевле. Остальные по 100 гривен. Спасибо. Орех грецкий почем? 50. 50 это если в скорлупе. Очищенные. Вот цены, пожалуйста, 160-140 гривен. Картошка 8 гривен. Так идем. Вот сухофрукты. Почем у нас сухофрукты? Сайт, здравствуйте, сайт Зараз.Инфо. Знакомим читателей с ценами. Вот. Курага урюк стоит от 100 гривен до 200, смотря какой урюк курага. Инжир от 130 до 200 гривен. Чернослив 70-80 гривен. В принципе, все можно увидеть по ценникам. Сейчас медленно остановимся. Тарахис 70 гривен, миндаль 400 гривен. Напоминаем, сегодняшний курс примерно 1
Доллар равен 26 гривен. А если точнее, от 25,8 до 26,3 продажа. Изюм 80-120, в зависимости какой изюм. Фасоль 30 гривен. Кстати, недорогая фасоль. Уже конец года, надо ее быстрее продать, иначе будет следующая новая и свежая фасоль. Спасибо. Итак, идем в центральный. Заходим в крытый рынок города Северодонецка, в центральную часть. И не знаем, сколько тут еще продавцов осталось. Время 13 часов 35 минут. Вот почем на центральном рынке яйцо стоит десяток. От 19,50 до 21 гривны. Здравствуйте! Почем у нас такая шикарная рыба? Стоит зараз инфу. Знакомим. Под 100 гривен килограмм. Вот это филе 100 гривен килограмм, да? Это толстолобик? Да. Толстолобик. Нарезка 100 гривен килограмм. А так вот целенький. 50 гривен на вес килограмм целый толстолобик. Здесь маленькие. Еще по нарезке посмотрим. А сазан почем? Туша. А? Здравствуйте. Сайт Зараз Инфо. Знакомим с ценами, читатель и зритель. Почем килограммчик? Так хоть почем сазан? Скажите. Ну пробачьте. Почем селедка на центральном рынке Северодонецк? 55. Вот. Окунь морской 90. На татыне 60, хек 70, сельдь соленая 55, скумбрия, а скумбрия почем? 120. Подорожала. В апреле месяце было 100 скумбрия. Ну вот тюлька копченая 40 гривен. А мойва копченая почем? 85. Спасибо. Сайт Зараз Инфо. Знакомим читателей с ценами на центральном рынке города Северодонецка. Вот хек молочный 70, скумбрия 75, сельдь 55, хребет лосося, семги или неизвестно какого лосося 55 гривен. Скумбрия мороженая, свежемороженая. 70 гривен. Ну, вот мойва, кстати. Крупная, большая, по 40 гривен. В Лисичанске мы видели, цена 50 гривен. Здесь мойва дешевле на 10 гривен. Кстати, овощи. Сейчас покажем сам весь рынок центральный. Полностью. Панорамку. Смотрите, какой он большой. И, в принципе, красивый. Шикарный рынок. А теперь вернемся к ценам на овощи. Вот картошка 8-10 гривен. А лук скажите почем? 10. А свекла буряк? 15. Морковка 15. Лук 10. Вот капуста прошлогодняя для борща 11 гривен. А морковка такая почем хорошая? 15. Спасибо. Что? Здравствуйте. Здравствуйте, или что? Сайт Зараз Инфо. Информируем зрителей, читателей с ценами на центральном рынке города Лисичанск. Есть гости, которые приезжают с соседних городов, областей и так далее. Вот мы же спрашиваем. Я же тоже потенциальный покупатель. Диска. Так, вот селедка 55, скумбрия 75. Хребет 90, дотадения 65, минтай 65,
скумбрия 120, сельдь холодного копчения 60 и салака 55. Спасибо большое. Хек 70. Итак, успеем. Вот хорошая такая ставрида. 130 гривен килограмм. Что мы еще не спрашивали. 160 гривен. Тунец такой. А скажите, почем? Горбуша. Ну, нет продавца. Покупатели. Сейчас пойдем узнаем, почем цены мяса. Здравствуйте. Почем говядина у нас? 140. Бык, бычок молодой, да? Бык молодой, без обманки. 140, такое чисто филеечко. Ясно. Можете без костей. А вымя почем? По 30 вешу. По 30. Легкая? 30. Тоже 30. Я много такой... покупаю, вы что-то снимаете. А на кости почем? Галенка 50. Галенка говяжья 50 гривен. Спасибо, очки. Сейчас свинину поспрашиваем. Почем свинина? Дальше. Здравствуйте, сайт Зараз.Инфо. Интересуемся ценами на центральном рынке города Лисичанска. На свинину. Северодонецкая, извините. Только что в Лисичанске были цены в сравнении. Скажите, почем свинина вот эта? Яблочко 110. Центральная мякоть 120. 110, а вот шея? Ошеечек 140 гривен. 140 ошеечек. А сало нынче почем? Сало, если починка, 95-90. Если вот такая спиночка, 65-60. Спасибо большое. Ну вот у нас цены. А? Здравствуйте. Сейчас пройдемся. Тут опять говядина. Здесь побольше. Телятина почем? Килограмм такой. 140-135 цены. А на косточки почем? 75. Вот так. 120. А печень почем была сегодня с утра? Говядина. 100 гривен. 100 гривен печень с утра. Почки почем говядина? 40, а сердце? 80-75. 80-75. И легкое? 30. Спасибо, очки большое. Сейчас пойдем узнаем, почем было. Так, здравствуйте. Знакомим читателей, почем цены на центральном рынке города Лисичанска. Ну, скажите. Ну, хоть скажите, почем такая колбаска? Какая? Вот. 240. 240, такая смачная, домашняя, прикопченная, да? Копченая 250. А, такая 250 гривен. А балыки почем? 250. 250. А такой вот? 220. 220. А вот этот? 180. 180, спасибо. А такой на ребре балык? 180 гривен. Да. Хотите ярмарку, яму по-моему снимите. Если черная, вонючая, не прилазит. Хорошо, спасибо. Учтем, хорошо. А когда там работает эта ярмарка? По средам и субботам. Спасибо. Так, вот, почем свежее сало такое? Соленое. Соленое, вернее, уже загорелся. Сайт Зараз.Инфо. А, почем? 120 и 100. Вот такое сало 120, шикарное сало. Где? Сейчас посмотрим. Дешевле. А стоит, а вот это толстое, да? Спасибо, очки большое. А почем зельц? Сальтисон зельц. 80 гривен килограмм. Спасибо, очки большое. А ваше сало почем? Вернее, почем сало продаете? Вот это 100. А с прожилкой на мясе 120 гривен. Сайт Зараз.Инфо. Сайт Зараз.Инфо. Секрета нет. Для читателей, зрителей сайта Зараз.Инфо. И в Ютубе телеканал сайта Зараз.Инфо. Смотрите нас и читатели. Почем сало? Мясо? Цена договорная. Цена договора. О, почем кровяночка? Цена договорная. Кровяная колбаса. Почем? Не жирыночной. Ну не жирыночной. Почем сегодня? По-хорошему
человечку и так отдадим. И так отдадим. Да. Нет, спасибо. Для читателей скажите, почем краяная колбаса? Цена рыночная. Ну 30, 40, 50, 40. Сколько? 40 гривен килограмм. Спасибо. А может, девчонки вот. Не-не, спасибо. Тоже 40 или 50 ваша? Почем продаете кровяную колбасу? Снимаете? Да. Сайт Зараз Инфо. Знакомим читателей, зрителей с ценами. Согласен, вы не правы. На рынке в публичном месте. Ну, извините. Еще походим и покажем некоторые цены. Ну, вот масло подсолнечное разное. Цены 29 гривен. Ну, здесь даже литр. Кукурузное масло 35 гривен литр. Яйца вот маленькие 15 гривен, 19,50 до 21 гривны. А мед почем пол-литра? 50 гривен пол-литровая баночка. Куры, кролики сбежали, не показывают. Спросить некого. Опять. И еще раз покажем, что почем. Какие цены. Здравствуйте, сайт Зараз Инфо. Снимаем цены на центральном рынке Северодонецка. Банан 36, апельсины по 35 гривен. Груша такая большая по 70. Кабачки 30, капуста цветная 60, 20. В принципе, уважаемые зрители и читатели сайта и телеканала Зараз Инфо в YouTube, мы вас ознакомили с ценами на центральном рынке города Северодонецка. Сегодня дата 17 мая 2018 года. Вот такие цены на майонез и другую продукцию. Еще бы стоило показать кондитерку. Почем сегодня кондитерка? Почем кондитерские изделия? Вот печенье, цены на печенье сегодня. Различное печенье. Ну, по основной продукции пройдемся. Пряник с повидлом 33 гривны. Печенье овсяное 30 гривен. Сушка баранка 35 гривен. Печенье топленое молоко 40 гривен. Так, зефир 55 гривен. Печенье такое ореховое 55 гривен. Теперь конфеты, леденцы. Ну, самый распространенный дюшет 50 гривен, барбарис 50 гривен. Идем к конфетам. Например, вкусная конфета, вот Шарм. Покажем ее. Она стоит 160 гривен. Законодательство мне дает ремень. В прошлый раз еще давали. Здравствуйте, сайт Зараз Инфо. Снимаем цены для читателей сайта и телеканала Зараз Инфо. Должно быть разрешение на... Вот. Да при чем тут вот? Я вам... Спасибо. Ну, вы... Я запрещаю вам. Хорошо, мы вас не снимаем, мы цены снимаем. Вот такие конфеты Франчишка. 135 гривен. А почем такие медальки шоколадные? Я вам сказала, еще раз. Спасибо, вот человек недовольный. Еще покажем, почем сыры и масло. Сыры. Распродажа сыров.
Вот Голландия 95 гривен, Терятинский сыр 150 гривен. Спасибо. И вот укажем, почем сыры. Вот как раз все сыры можно увидеть, цены на... Здравствуйте, снимаем цены для читателей и зрителей сайта Зараз Инфо и телеканала в Ютубе Зараз Инфо. Почем цены сегодня на центральном рынке города Северодонецка? Сыры. Так, вот это цены на сыры. Внизу у нас спреды. Масло какое? Лубный Полтавской области 115 гривен. И вот еще сыры. Почем сыр российский, вот классичный шостка. И так далее. Итак, мы сегодня вас ознакомили с ценами на центральном рынке города Северодонецка по состоянию на 17 мая 2018 года. Смотрите нас в Ютубе на телеканале Зараз Инфо, читайте нашу информацию на сайте Зараз Инфо. Всем спасибо, ставьте лайки.